Друзья, всем привет! С вами я, Виталий, и это канал «Чудо из Китая». Сегодня я получил вот такую вот посылку. Шла она мне около 38 дней. Продавец ее оценил в 3,77 доллара. И весит она 211 грамм. Давайте с вами ее распакуем и посмотрим, что же здесь внутри. Поехали! Здесь у нас находится вот такой пакет. Внутри ничего нет. Здесь еще такая мягкая мякушка. И такой сам прибор. А именно, это держатель. Вот такая вот жесткая пружина. Довольно жесткая проволока, на конце которой имеется такое вот круглое яблочко. И сюда одевается еще один зажим. Давайте его соберем и посмотрим, как он выглядит. Защелкивается сюда яблочко. Закручиваем гайку. Желательно, конечно, по резьбе закрутить. Оп. И сюда мы можем вставить свой смартфончик. А этой прищепкой мы зафиксируем эту держалку на столе или на кровати. Или где вам будет это угодно. Зачем же это ж такая вот штука? Для того, чтобы не держать свой телефон в руках, а просто лечь и использовать эту штучку для, как подставку. Например, закрепляем его за стол. А сюда мы можем вставить свой смартфон. Возьмем, например, вот такой вот телефончик. Это у нас Xiaomi Redmi 3S. Распаковку вы можете у меня увидеть на канале. И вставляем сюда вот в зажим. И можете крутить, как вам будет угодно. Или так. Или так. Можно вращать под различными углами. Давайте измерим, какой ширины может открыться эта прищепочка. Так, ну, на 11 сантиметров точно. Какой же длины у нас этот провод? Довольно-таки жесткий провод. Пластмассовая оплетка. У продавца есть много различных цветов. Так, длина всей этой конструкции, даже в кадр не влазит у нас, 60 сантиметров. Так, ширина раскрываемой этой пружины, пружина жесткая, максимально составляет 6 сантиметров. И держатель имеет примерно вот такой вот вид. Ну, телефончик не должен быть очень тяжелый, потому что возможны вот такие вот шатания. Кому нужна такая вот подставка, я оставлю ссылку под видео. Также этот штатив можно применить для съемки или для закрепления микрофона. Стоит этот держатель совсем недорого, а при использовании кэшбэка вы можете существенно сэкономить. Я использую VPN кэшбэк. С этим кэшбэком вы можете вернуть
до 18% от стоимости покупки. Причем кэшбэк вы получите сразу, как подтвердите покупку. И вывести его вы можете уже в течение суток. Вывод возможен от 20 центов. И выводить вы можете на различные кошельки, такие как WebMoney, Яндекс и другое. Я вывожу на WebMoney кошелек, потому что с него сразу можно оплатить товары на Алиэкспрессе. Перейти на этот сервис вы сможете при нажатии на эту кнопочку. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео со своими друзьями. Всем спасибо, всем пока!